Как приготовить рыбу барбекю? Вам понадобится лещ 1 штука, сом 500 грамм, лимон 1 штука, оливковое масло 50 грамм, зелень укропа и петрушки по вкусу, черный молотый перец по вкусу, соль по вкусу. Очистите рыбу от чешуи. Тщательно выпотрошите. Головы и хвосты отрежьте. Вымойте, просушите и нарежьте рыбу крупными кусками. Натрите ее солью и перцем. Сбрызните соком лимона и смажьте оливковым маслом снаружи и снутри. Петрушку и укроп промойте. Внутрь каждого куска рыбы поместите по одной веточке зелени укропа и петрушки. Очистите лук. Сполосните его холодной водой и нарежьте кольцами. Уложите рыбу с кольцами лука на решетку барбекю и жарьте по 10 минут с каждой стороны над открытым огнем. Получилась превосходная рыба с пряным вкусом и дымком. К рыбе барбекю хорошо подавать запеченные на решетке овощи, слегка приправленные оливковым маслом и лимонным соком. Или салат из свежих овощей. Угощайте!